Современная эффективная система противовоздушной обороны может быть построена на базе зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Одна боевая машина способна одновременно уничтожать до 4 воздушных целей. Боевая машина комплекса может быть размещена на колесном, гусеничном, базовых шасси или в контейнерном варианте. Для действий в арктических условиях разработан вариант боевой машины на двухсменном тягаче. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» — лидер в своем классе зенитного вооружения. Он способен обеспечить защиту от любых современных средств воздушного нападения.